Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам, в период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось ярчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. Чем он был тогда для нас? Хозяйственник сталинских времен Борисов, некто вспоминал, как он первый раз докладывал Сталину. По окончании Сталин пожал ему руку, и тогда Борисов сунул эту руку за обшлаг и помчался домой. Он ворвался в квартиру, пробежал мимо испуганной жены, подбежал к колыбели сына, вынул руку и простер ее над ним, чтобы его тоже коснулось сталинское тепло. Что неизвестный хозяйственник, вот что пишет гений в дни смерти Сталина. Нет слов, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую. Сталин – это свет нашей жизни, теперь его нет. Это пишет Королёв, который благодаря Сталину потерял лучшие годы в жизни, который познал там все, шарашку, лагеря, пересылку. Сталин – это свет нашей жизни. А вот еще двое. 36-й год. Террор начался уже. И Сталин выступает на съезде комсомола, а Чуковский, придя домой, тоже в дневнике записывает. Каждый жест его я воспринимал почти с благоговением. Я даже не знал, что способен на такие чувства. Сзади Пастернак шептал восторженные слова «Домой мы шли с Пастернаком, упиваясь нашей радостью». Упиваясь нашей радостью. Это идут две возможные жертвы. Что же это было такое, если даже жертвы, даже в дневниках он заставлял писать о себе, как о земном боге. И это ощущение земного бога было даже у его врагов. Каких врагов? Черчилль вспоминал, как в Неялтинской конференции, когда Сталин входил в зал, они почему-то вставали и при этом держали руки по швам. Черчилль решил избежать этого. Он решил не вставать, и он пишет: «Сталин вошел, и вдруг, будто потусторонняя сила подняла меня. И я встал». Так что поэт был прав. «Однажды я шел Арбатом, Бог ехал в 5 машинах, в костюмах цвета мышиных, рядом дрожала охрана. Было поздно и рано. Бог посмотрел жестоко своим всевидящим оком, всепроникающим взглядом. Мы все ходили под Богом, с Богом почти что рядом». Вся страна была начинена его портретами и статуями, какая-то статуя каких-то фараоновых размеров стояла на Волгодонском канале, и птицы полюбили отдыхать во время сезонных перелетов на голове этой статуи, так что нетрудно представить, во что она грозила превратиться в великая голова земного бога. Так что люди пропустили ток, и он стоял, окруженный ковром из мертвых птиц, и земля, унавоженная птичьими трупиками, цвела. Земной бог. 1 марта 1953 года, вот на этой самой даче, где я сейчас сижу, вот в комнате рядом, много часов он лежал без помощи, жалкий, подняв руку и тщетно прося кого-то прийти ему на помощь. Много часов один, так что у него было время вспомнить то, что хорошо знал ученик духовной семинарии Заза Джугашвили. Земных богов не бывает, и все мы только в его поле. Ну и сейчас, по прошествии стольких лет со дня его смерти, сам он, да и поступки его, да и сама жизнь его остаются столь же загадочны, как в тот мартовский день, когда он лежал здесь, на этой даче. Мы начнем с детства. Я хочу, чтобы вы представили этот городок с деревеньку в устье Куры, это знойное небо, эти холмы с развалинами крепости, эту длинную улицу, которая идет через весь город, которая тогда называлась Царской, но которая, естественно, потом будет называться улицей Сталина. И вот там, в верхней части города, и стоит эта жалкая лачушка сапожника Виссариона. Впоследствии Сталин накроет ее мраморным павильоном, ну, по образцу амбара, где лежал Спаситель. Виссариону было 24 года, когда он женился на 16-летней Екатерине Геладе. Были очень разные. Виссарион был пришелец. Когда-то его предки жили в горном селении, и дед его был знаменит. Это Заза Джугашвили, который прославился тем, что бунтовал, сечен был, в крепости сидел, бежал, опять бунтовал. И вот это будто темная кровь этого деда пробудилась в этом Виссарионе, потому что не было драки, в которой он пьяный не участвовал, он и погибнет в пьяной драке. Кстати, как и родной брат его. Она была светленькая, в веснушках, глубоко религиозная, вот это мы запомним. Первое время она исправно ему рожает, и вот там, под единственной комнаткой этой лачушки, в подвале стоит деревянная колыбель, где до Сталина заливались младенческим криком два его брата. И долго заливались, оба умерли в младенчестве, как будто природа противилась рождению сына у этого мрачного и пьяного сапожника. В горе был забавный обычай. В декабре кузнецы били всю ночь в наковальне, потому что, по легенде, там, в горах, высоко в горах Кавказа, был прикован Амиран. Это такой кавказский Прометей, это злой дух разрушения, опасный дух. И они били, чтобы он не сошел с скалы, но били напрасно. В декабрьскую ночь Екатерина рождает третьего сына, Иосифа. Ну, откройте все биографии Сталина, все энциклопедии, вы там найдете эту дату. 1879 год, дата, когда он официально родился. Это ложь. По горийской церковной книге он родился в 1878 году, 6 декабря, на год и 3 дня раньше своей официальной даты. Почему он изменил эту дату? Ну, об этом попозже. Все его детство проходит под аккомпанемент этого слова «бить», Когда сапожник напивается пьяный, он бьет его мать, и она убегает, и часто вместе с младенцем спасается у соседей. Но она становилась старше. Пьяный сапожник становился все слабее. И она научилась, у нее оказались крепкие кулаки, она научилась кулаками смирять мужа, как и будет смирять опасный характер этого мальчика тоже кулаками. Так что с раннего детства насилие входит в его подсознание, и бить станет любимым словом оратора Сталина. Бить оппозицию, бить, бить. И вот это бить, и, видимо, послужило некоторой основой легенды, которую вы найдете во множестве книг. Но смысл этой легенды, что Сталин никогда не звал свою мать в Москву, никогда не писал ей писем. Объяснение слова «бить» очень простое. Сапожник не мог простить того, что случилось. По этой легенде Сталин не был сыном этого пьяного Бесо или Виссариона. А Сталин был сыном то знатного горийского купца Якова Ибн-Аташвили, то самого генерала Пржевальского. Но мне пришлось заниматься этой легендой. Он был сын сапожника Виссариона и правнук вот того страшного Заза Джугашвили. Ну а насчет того, что не писал матери писем, писал очаровательные маленькие письма. Они остались в его архиве. А вот насчет того, что не звал в Москву, здесь интересней. Оказывается, звал, она не ехала. Он поселил ее во дворце великих князей в Тифлисе. Она выбрала жалкую комнатку с крохотными оконцами и какой-то страшной, будто пыточной кроватью. И там жила, будто замаливала какой-то грех. Действительно, была трагедия их отношений. Как я уже говорил, он был третий сын, и она обещала, коли он будет жить, посвятить его Богу. И она обстирывала учителей и работала, только бы он стал священником. Он замечательно учился в Борейском духовном училище. Но ему было так трудно понять то, чему его учили. Его сверстник Давришеви вспоминает, как бабушка читала им Евангелие. Вот это то место, где после поцелуя Иуды народ с кольями и мечами забирает Спасителя. И он спросил, а почему Иисус не вынул меч? Почему он не ударил своих обидчиков? Бабушка объяснила, но он решил исправить ошибку Спасителя. Вокруг него уже в это время ходят, как прикованные к нему, самые сильные мальчики. Вот один из документов рассказывает забавную историю. И как-то Сосо обидели, сказали, что он прячет в ботинке дьявольское копыто. Действительно, пальцы на левой ноге у него странно срослись. Он ничего не ответил. Просто через несколько дней один вот из этих мальчиков, которые ходили за ним будто привязанные, это будущий чемпион Грузии по борьбе Цирадзе, просто зверски избил этого мальчика. И в этот раз он все придумал, все организовал, сам не участвовал, он боялся кулаков матери, они сделали. В разгар богослужения в синагоге они впустили туда свинью. Были разоблачены, биты, но Сосо не выдали. И на следующий день священник православной церкви сказал: нашлись заблудшие овцы, которые совершили богохульство в одном из домов Бога. И, как пишет Давришеви, вот этого маленький Иосиф, или Сосо, как его называли, понять не мог, как это можно защищать людей иной верой. Революционером он станет в Тифлийской духовной семинарии. Из Тифлийской духовной семинарии выйдет много революционеров. Ну, это понятно. Тифлис был благодатный город, и революционерам после ссылок, которым нельзя было жить в обеих столицах, вот они выбирали Тифлис для жительства. И с ними часто встречались умные семинарские мальчики. И вот в 10 часов когда запирались ворота семинарии, они начинали читать книги. Что они читали? Ткачева читали. Великий был радикал. Правда, кончил в сумасшедшем доме в Париже за то, что открыл. Мы все помним, что было хождение в народ, когда, согласно замечательной мысли Чернышевского «К топору зовите Русь», пошли в народ будить русское крестьянство. Помним, чем это кончилось? Ничем. И Ткачев открыл, что, оказывается, для революции здесь, в этой стране, совсем не надобно народное восстание. Что Чернышевский прав, это страна рабов, и здесь рабы снизу доверху, и поэтому достаточно группе вождей захватить власть, и народ пойдет за ними. Был удивительный разговор между Ткачевым и революционером Нечаевым. Это прототип героя романа «Бесы», которого любил молодой Ленин и даже называл «Титан». Один спрашивает, сколько же нужно будет истребить людей по пути вот в это царство справедливости. А второй замечательно отвечает, разговор должен идти о том, сколько можно их будет оставить. Вот эти книги перепахали душу молодого Сосо. Еще, конечно, «Катехизис революционера», сочиненный Нечаевым. Удивительное сочинение с одной общей идеей. Все дозволено, для блага революции. Это значит, всеми силами надо увеличивать страдания и беды народа, потому что они толкают его к революции. Надо помнить, что революционер есть человек обреченный, и он может все. Он может служить в полиции, если это надо для революции. Еще там есть одна идея, невероятно забавная. Мы ее запомним. Все революционеры делятся на революционеров высшего разряда и других второго разряда. Революционер высшего разряда должен смотреть на иных революционеров, как на капитал, отданный в его полное распоряжение, и пользоваться им так, как он хочет, во имя революции. И, конечно, марксизм. Марксистские книги имели огромный успех в семинарии, это понятно, они как-то совпадали с тем, чему их учили. Но это было тоже осуждение этого неправедного богатства, было тоже служение для угнетенных, и было тоже обещание царства справедливости, куда должен привести их Мессия. Вот только Мессия был всемирный пролетариат. Очень было похоже, правда, отменялся только Бог. Но взамен этого давалось право жить в миру, взамен этого давалось, кто был ничем, тот станет всем, взамен этого давалось право мстить, так понятно этим маленьким дикарям, сынам воинственного южного народа. Так что вопрос маленького Сосо, почему Иисус не вынул меч, здесь был решен. На пороге нового века он становится революционером. Он напишет, был вышиблен из семинарии за пропаганду марксизма. Нет, он чересчур здесь написал. Он поступил осторожнее, боясь кулаков своей матери. Как написано в документе, отчислен за неявку на экзамен. Мать поспешила в Тифлис, но приехала она слишком поздно. Сосо умер. Перед ней стоял новый человек. Это был революционер Коба. Коба – это его первый революционный псевдоним. Очень интересен роман, откуда он его взял. Это роман о таком Робин Гуде, разбойнике, который все отнимает у богатых, все отдает бедным. Забавное название этого романа «Отцы-убийцы». И она поняла, он убил в себе отца. Он изгнал из души своего отца. Правда, она знала, что когда из души изгнан Бог, туда приходит другой. И остатки, наверное, этой трагедии в забавном разговоре, который произошел у нее с сыном незадолго до ее смерти. Она спросила, в одно из редчайших их свиданий. А кем-то теперь стал Сосо. Ну, это было смешно, его портреты висели всюду. Как сказал один испанский писатель, он не был у меня только в супе. Он сказал с юмором: «Царя помнишь? Вот я теперь вроде царя». Она сказала: «Лучше бы ты стал священником». Начиная рассказ о жизни молодого Кобы, мы вступаем с вами в полосу непроницаемого мрака. И я вспоминаю свой разговор с Еленой Сергеевной Булгаковой, вдовой нашего знаменитого писателя. Я был тогда молодой драматург и, естественно, интересовался пьесой Булгакова «Батум», которую запретил Сталин. Я спросил ее, как все это было. Она сказала, что ничего тут особенного не было. Шел 1939 год, когда должно было быть 60-летие Сталина. И Московский художественный театр вот к этому замечательному юбилею и заказал Мише, то бишь Михаилу Ивановичу Булгакову, пьесу о Сталине. У него было свое отношение к Сталину. И он написал такую романтическую пьесу о жизни молодого революционера Кобы. Пьесу замечательно приняли в Комитете по делам искусств. Это правда, я потом проверял, единогласно, великолепно приняли. Вот. После чего там Сталин ее прочел, ее запретили. Она не понравилась ему. Вот и все. Но если бы я не был советским драматургом, то я бы сказал: действительно, вот и все. Но я им был. И оттого история показалась мне невероятно странной. Ну, представьте себе, 1939 год. Значит, террор. Кабинеты пустые. Вихрь террора просто опустошил всю верхушку. Каждая идеологическая ошибка объявляется преступлением, и люди за это исчезают моментально. Скажите, пожалуйста, в чью же голову сумасшедшим могло прийти заказать опальному драматургу Булгакову, у которого были снятые пьесы, пьесу для первого театра страны художественного к юбилею Сталина? Кто осмелился бы на этот безумный шаг? Наверное, никто, кроме одного, этого странного любителя пьесы «Дни турбины», которую он смотрел много раз. Я, естественно, говорю об Иосифе Виссарионовиче Сталине. Только ему могла прийти эта в голову мысль. Ну и второй вопрос совсем легкий. Вот я работал уже в такое легкое время, брежневское, но даже тогда, когда появлялась хоть немного опасная пьеса, первое, что пытались сделать чиновники, это перебросить ее наверх, чтобы самим не решать. Ну, это все понятно. А тогда в это невероятное, страшное, потрясающее, разбитое страхом время вдруг чиновники собираются и единогласно принимают восторженно, причем сами, пьесу о Сталине. Невероятно. То есть, точнее, вероятно, только в одном случае. Они уже ее отправили наверх, и оттуда последовало высочайшее одобрение. Ну, что же выходит? Значит, пьесу заказал Сталин, разрешил Сталин. Что же он ее запретил? И я спросил Елену Сергеевну: а когда приняли эту пьесу так триумфально в Комитете по делам искусств? Она сказала: в июле. А когда ее запретили, сказала: в августе. Она была великая женщина, она же поняла то, что я хочу спросить. И я спросил: а что же было между этими событиями? Она сказала: между этими событиями была поездка в Грузию. Дело в том, что Миша писал пьесу без документов. Когда он спросил, ему сказали, что документов-то в общем нет, и мы поехали в Грузию. Миша мечтал поработать в архивах и встретиться с теми немногочисленными людьми, которые знали Кобу и которые уцелели тогда в Грузии. Ну, по дороге нас догнала телеграмма, возвращаться обратно, потому что наверху прочли пьесу, и Сталин сказал, зачем писать о молодом Сталине, потому что все молодые люди одинаковые. И вообще сказали, что не надо вкладывать ему придуманные слова. Чепуха. В это время выходило много произведений о молодом Сталине. Вот в своих книгах я привожу список. Ему вкладывали придуманные слова, только писали так же эти произведения, как писал до этого Булгаков, то есть без архива. Беда вся Булгакова была в том, что он осмелился поехать на место действия, осмелился попытаться поработать в архивах, приподнять завесу. Вот это я отчетливо понял, когда начал заниматься архивом Товстухи. Товстуха – это был личный секретарь Сталина. По совместительству он был практически руководитель партархива. Вот Товстуха задумал к 50-летию написать биографию Сталина. Поэтому со всех мест начали в Москву забирать документы о жизни революционера Коба. Результатом работы Товстухи была ублюдочная, маленькая, краткая биография Сталина. Его только тогда поняли, что Товстуха-то не собирал документы. Товстуха изымал документы. И вот остатки этого я нашел в его архиве. Ну, в частности, Ярославский, проверенный Ярославский, историк наш партийный, пишет, решил написать биографию Сталина и просит прислать ему документ. Товстуха пишет, что идея ему кажется неправильной, потому что документов, как говорится, кот наплакал. Источники крайне скудны. Ярославский понял. Написал ту же самую биографию Сталина, которая была до него, без документов. Что Ярославский? Горький пишет, и Товстуха отвечает на это письмо. Материалы, как я и предупреждал, крайне скудны. Простите, что отвечаю вам с опозданием. Я думаю, Горький понял, что с опозданием отвечать великому пролетарскому писателю, который решил написать такую биографию, можно только в одном случае. И о чем предупреждает его Товстуха, он понял. Он отказался, он не написал. Знаете, вот когда я думаю, почему, став генеральным секретарем, он изменил дату своего рождения, почему, к примеру, он будет в разных биографиях менять количество побегов, количество ссылок? Неужели по той же причине все? Будто пытаясь запутать тех, кто попытается войти в мир Кобы. Так что же было такое в биографии Кобы, что так пугало Сталина? Революционер Коба начинает замечать: две кровавых демонстрации потрясли сначала Тифлис, потом Батум. Эти легкомысленные южные города, так непривычные крови. И за всеми этими демонстрациями стоял вот этот маленький тщедушный человек со лбом, будто съеденным волосами. В революцию 1905 года, как скажет Троцкий, он потерялся, он отошел в тень. Это было время оратора. Отошел в тень, поняли. Именно с этого времени Ленин начинает звать его на все съезды. Будет на Тамерфорской конференции, где впервые увидит Ленина. Он будет и на Стокгольмском съезде, он будет и на Лондонском съезде. А вот после Лондонского съезда этот Коба поедет в Берлин, где у него будет сепаратная такая встреча с Лениным. Об этой встрече он расскажет потом немецкому писателю Эмилю Людвигу. Правда, он не расскажет то, о чем они говорили на этой встрече. Впрочем, вскоре это будет ясно. На Ереванскую площадь в Тифлисе выехало два экипажа в сопровождении полицейских и казаков. Это везли деньги из Государственного банка. А навстречу этим экипажам начали двигаться два фаэтона. откуда в экипаже полетели бомбы, и будто из-под земли возникла банда, человек в 50 боевиков. Они бросились на экипажи, и в этом угарном дыму, в этом чаду казна была похищена. И буквально через несколько секунд нападавшие исчезли, а на площади валялись только раненые прохожие, мертвых казаков да полицейские. Участие Кобы в этой кровавой экспроприации считалось в партийных кругах несомненным. Это написал Троцкий. И действительно, так оно и было. А другой знакомец Кобы напишет об участии Кобы и в убийстве диктатора Грузии Грязнова, и в экспроприации на пароходе Николая I. Российская социал-демократическая рабочая партия отнюдь не чуждалась террора. Еще молодой Ленин в революции 1905 года призывал: учите боевиков на убийствах полицейских. Там целая программа террора. Но с гибелью революции 5-го года вот эти боевые дружины, они постепенно вырождались в банды грабителей, которые деньги тратили на кокаин, на женщин. И оттого на Лондонском съезде по требованию меньшевиков экспроприация и сама деятельность боевых дружин были запрещены, несмотря на яростное сопротивление Ленина. Яростное сопротивление, здесь он был, в общем-то, со своей точки зрения прав. Дело в том, что деньги в партийную кассу, они поступали от радикальной интеллигенции, от богатых купцов, а они в эту страшную революцию 5-го года впервые заглянули в лицо вот этого русского беспощадного бунта, и от того средства перестали поступать в партийную кассу. Так что Ленин не мог выполнить решение партии. И оттого внутри этой таинственной партии, которую Иосиф Виссарионович впоследствии справедливо назвал орден меченосцев, Ленин создал некую тройку, которую Троцкий называл криминальным крылом внутри партии. В эту тройку входил сам Ленин, Богданов и Красин. Красин это был инженер, помешанный на терроризме, который мечтал создать бомбу величиной с орех. Когда Ленин решил привлечь к бомбовой работе Кобу, ну, это, наверное, останется тайной. Так же, как когда он решил создать этот замечательный альянс, соединить Кобу с другой легендарной в партии личностью, с Камо, этим символом террориста, этим удалым экспроприатором. Мало кто знал об их общей биографии. Дело в том, что Симон Тер-Петросян, таково настоящее имя Камо, он жил в том же горе, где и жил наш герой. И лачушка сапожника Бесо Виссариона стояла совсем недалеко от дома богатого купца Тер-Петросяна. И, как опишет впоследствии сестра Камо, молодой Симон, он ходил за Кобой, как околдованный им. И отец все кричал, что вы нашли в этом босике. Нашли. Да и сама кличка Камо. Это же есть плод шутки Кобы, довольно злой шутки. Как-то он попросил Камо отнести пакет, а тот спросил его: Камо отнести? Камо, Камо, сам ты Камо, сказал Коба. И не знаю, что сделал бы Камо с другим, но от Кобы стерпел. Более того, Коба сделал эту свою язвительную шутку вот этим легендарным именем, псевдонимом партийным Тер-Петросяна, псевдонимом, который остался в истории этой партии. Впоследствии, став вождем партии, Иосиф Виссарионович, естественно, с большой опаской стал относиться к деятельности удалого террориста Кобы. Тем более, что эта деятельность попросту была запрещена партией, так что негоже было заниматься ею вождю. И многие его сподвижники отправятся в небытие впоследствии в партийных чистках. Но первым открыл шествие, да, его ближайший друг по тем временам удалой Камо. Именно тогда, когда Коба стал генеральным секретарем партии в 1922 году, столь редкий в Тифлисе автомобиль наехал на Камо, и тот, не приходя в сознание, умер. Замечательную речь держал на похоронах несчастного Камо маме Архилишвили. Он сказал: какая насмешка судьбы. Именно в то время, когда мы заставили Камо сесть за воспоминания, когда мы даже прислали к нему стенографистку, он погиб. Насмешка судьбы или печальная усмешка его друга Кобы, который распорядился, естественно, во имя партийных интересов жизнью революционера, который уже стал революционером второго разряда. Но вернемся в прошлое. Именно тогда вокруг этого удалого террориста, вокруг этого замечательного революционера начинаются эти слухи, слухи самые постыдные для революционера, что удалой Коба, попросту говоря, агент-провокатор царской полиции. Так что же было за этими слухами?